мчится поезд по уклону пустой сибирскою тайгой, а машинисту молодому кричит кондуктор тормозной, а машинисту молодому кричит кондуктор тормозной. Ой, тише, тише, ради бога, свалиться можем под откос. Здесь неисправная дорога, костей своих не соберешь. Такой же случай рассказать. Много было случаев-то у меня в паровозной жизни-то. Ага. Это меня что-то мужики в депо, в депе. В депо попросили отвезти в Ташкент 20 цистерн солярки, обменять там на одну цистерну. Ну, у нас же по талонам, конечно, я поехал. Взял с собой эту канистру, гвоздик взял, чтобы цистерну проковырять, для себя маленько отсидеть. Ну, а чё же, дурак, что ли? Ну и вот, ага. Помню, еще с вечера я паровоз-то в ограду загнал, чтобы не ходить в депо-то. С утра встал, ага, еще вышел за ограду, глянул на рельсы-то, на них нету никого. Думаю, съезжу, пока никого нету. Завел паровоз, значит, все. Прицепил эти цистерны-то, привязал их, как следовало, проволокой к паровозу и поехал. Ага. Скорость 70 километров в час. Скорость 70 километров в час. Или в полчаса, или... Да нет, час. Ну, может, полвторого, неважно. Ну, шибко быстро еду-то. Забор мелькает, значит. И я на полном ходу, помню, лево руля-то как шибанул. А гололед был страшный. Ага, и нас занесло. Я смотрю, значит, 31-я цистерна уже впереди меня шпарит. И мы пошли боком. Клизим по льду. Ужас, ага. И, значит, что-то... А! О! Значит, лед-то заканчивается. Заканчивается. И начинается Кавказ. Ага. И здесь, значит, ну что, природа, правильно. Лето длинное там, длинное. Поэтому там все растет дурнинушкой. Значит, с одной стороны, я тебе помню... Ну, лето длинные, правильно, они тоже длинные вырастают. С оглоблю. Огурцы. Ага. С другой стороны эти тоже с голову кобылящую. Картошки. Прям прут из-под земли, ага. Но. А тут его пасечник один наш местный дед-кухарь говорит. Это, а ты пчелов там не видел? Он говорит, ну, что ты ко мне пристал? Он не любит, когда перебивает. Вот пристал ты еще с пчелами своими. Не видел. Как же не видел? Видел, конечно. Все 7 штук. Когда обратно из Ташкента идешь, они через дорогу так и летают. Ага, пыльцу с огурцов на картошку переносит. Да лето-то длинное, правильно, они там здоровые вырастают. Сочные такие, загорелые все. Ну, с воробья. По-русски не бельмес. Бывало, зацепит грамм 100 пыльцы, несет прямо вот низко-низко над асфальтом. Думаешь, сейчас шлепнется. Нет, летит, зараза. Ага. Тот говорит, а ульи там тогда какие? Ульи-то, ну что же... Пристал ты еще с ульи. Ульям-то что, им хоть длинно лето, хоть коротко, правильно, они же не растут.
такие же, как у тебя, обыкновенные ульи. Тот говорит, а как же тогда такая пчела туда и лезет, а? Вот, вот зараза-то. Я и не подглядывал, как она туда лезет. Как? Пишет, наверное, долезет, как она...